Утро 4 июля в селе Поляна Рязанской области обернулось настоящей трагедией. По сообщениям очевидцев, в 8 часов на улице Советской прогремел взрыв такой мощности, что стекла близлежащих домов едва не выбило. Крыши дрожали, а стены в домах шатались. Перепуганные местные жители вышли на улицу. Екатерина Гавриловна утверждает, что не было видно ни огня, ни дыма. А с другого конца улицы ей позвонил маленький мальчик, родители которого ушли на работу. От страшного звука ребенок спрятался под стол. Когда она вышла на центр улицы, то увидела рухнувший гараж. Жители соседних домов уже собрались и помогали хозяину разбирать завалы. Еще ходил туда, слазает, туда старается что-то. Жена, говорит, да, женщина там, говорит, жена у него там, Райка, жена там, говорит, застряла. Потом девочку, она на руки взяла, девочка вышла оттуда, ой. По сообщениям очевидцев, в момент взрыва в гараже находилась семья из трех человек. Отец, мать и их маленькая дочь. К моменту приезда нашей съемочной группы мужчину и девочку уже увезла скорая помощь. Мать, к сожалению, скончалась. По рассказам соседей, когда они разбирали завалы, женщина была еще жива. И они же ответили на главный вопрос, почему семья оказалась в гараже в момент взрыва. Вот они достроят дом, там отделка идет, а жили пока в гараже. Он такой, со вторым этажом, с надстройчиком. Предварительную причину обрушения гаража назвал начальник отдела ГО ИЧС Рязанского района Андрей Недельский. По его словам, это был взрыв баллонного бытового газа. Мы будем следить за развитием событий.